Дорогие коллеги, в докладе моем пойдет речь о звучащем камне в лирике Фета и эволюции образности, связанной с каменным в ранних и поздних стихах поэта. Язык камня в природе и мире артефактов для Фета преимущественно язык звуков. Так вкрапление каменного в реальный или метафорический пейзаж становится в стихах поэта важной составляющей звучащего мира, но не только, как потом выяснится. Язык скульптуры Фет, наоборот, в большинстве случаев связывает с визуальными кодами, которые в нашем докладе рассматриваться не будут, тем более, что они очень хорошо описаны в англоязычной монографии Эмили Кленин. На мой взгляд, это лучшая работа о Фете, которая пока существует. Камень как метафора поэта и метафора познания появляется в лирике Фета уже в начале 40-х годов. Тяжесть и непроницаемость камня как субстанции ассоциируется у Фета с конструированием поэтического высказывания и непроницаемостью познаваемого мира. Вместе с тем для Фета оказывается важным такое свойство камня, как способность к резонированию, то есть усилению звука, колебанию с известной частотой и возбуждению ответных колебаний в унисон в другом теле, которое поэт отождествляет с развоплощением, дематериализацией вещей, их гармоническим единением, уподобленным пению сфер. Это цитата из Фета, об этом тоже потом скажу. Метафорика камня и его связь со звуком у раннего Фета, конечно же, связана с натурфилософскими построениями в раннем немецком романтизме, о котором сегодня уже много говорилось. Но эту тему я тоже сегодня затрагивать не буду, тем более, что у Навалиса камни все-таки преимущественно видимые, да, сквозь них видно, но не слышно. В стихотворении «Стена» 43-го года с онтологической окраской «Вот оно», которое в первом приближении очень напоминает эхо Пушкина известное, появляется образ каменной стены. Возможно, Фет трансформирует известный в романтической традиции мотив незыблемого утеса камня среди бушующих морских волн, генезис из которого восходит к известной барочной эмблеме. А может быть, нет. Может быть, источником здесь становится какой-то пейзаж, о котором я просто пока ничего не знаю. Каменная стена подвержена воздействию грозовых бурь, она постоянно разрушается, но ей приписывается способность слышать и откликаться на звучащие явления внешнего мира. В отличие от поэта эхо у Пушкина, стена отзывается только на те звуки, которые не являются резкими, громкими или намекающими на потенциальную опасность. Например, у Пушкина «Ревет ли зверь в лесу глухом, ты внемлешь грохоту громов и глазу бури и валов и крику сельских пастухов». У Фета это шум крыльев птицы ворона, песни рыбарей, серебряный смех нимф. Представляется, что символика ворона здесь не связана с негативными коннотациями. Учитывая онтологическую окрашенность текста, можно сказать, что ворон здесь скорее вестник Аполлона, хотя это тоже как бы не обязательно. В стихотворении есть персонаж, отчетливо противопоставленный стене. Это заря, которая слышит, но пугается серебряного смеха нимф. По-видимому, здесь Фет поэтически видоизменяет известную натурфилософскую идею о тайных связях между разными частями или элементами природы, которые способен обнаружить и оживить только художник-поэт. Очевидно и то, что камень у Фета представляет собой начало, родственное поэту, художнику или прямо с ним отождествляется, как уже в этом раннем стихотворении скрыто, конечно. Стена противостоит грозной морской стихии, оказывается мощной опорой, к ней льнут растения, и ее отклики на звуки сопровождает невольное сочувствие немым, плющу, траве, винограду. Важно, что каменная стена влажная, то есть являет некое единство с водой, морем, которое само не звучит, но предоставляет свое пространство тем, кто поет и смеется. Однако единство носит приходящий характер, и мотив морского лона, связанный с архаической традицией, как бы предвещает стене окончательное разрушение, исчезновение в волнах или на морском дне. Важным свойством камня, наряду со способностью внимать звучанием и откликаться на них, является избирательность. Как будет показано дальше, это способность отвечать только на те звуковые колебания, частотность которых соотносима с частотой колебаний самой каменной стены. Хорошо известно, и было Фету известно, что камень – прекрасный резонатор,
А парадигма значений слова «эхо» по-немецки «das echo» включает в себя значение резонанса, «der Resonanz». По крайней мере, в двух случаях из трех серебристый смех нимф и пение рыбарей, звучание оказывается со всей очевидностью благозвучным. Характерно, что в стихотворении не идет речь об отклике стены на звучание волн в бурю. Своеобразную поясняющую параллель к этому стихотворению представляет собой текст раннего Фета, только написанный немного позже. Я его не привожу, он длинный довольно, только здесь та цитата, которая мне понадобится, значит, написанный в 1947 году. Как и в первом стихотворении, ключевым здесь оказывается образ отклика на звуки внешнего мира. Арфа выступает в той же функции, что и камень, каменная стена. Она отзывается на музыку ветра и становится одушевленным двойником поэта. Здесь уже совершенно точно. В виоловых арфах число звучащих объектов уменьшается, упоминается только воздушный перст ветра и струны двух арф. Здесь две арфы. Первая арфа откликается на звуки ветра, вторая вторит в первой арфе. Здесь, если арфа не распознает смысл шороха ветра, если первая не ясна, она не сможет ответить на прикосновение воздушного перста и не будет звучать. Подразумевается, что песня, то есть поэтическое произведение, может появиться только в том случае, если колебания ветра и арфы будут созвучны друг другу. Такое совпадение зависит не только от качества и характера предмета, вещи, камней, явления внешнего мира, но и от особенностей самого источника звука, то есть того, кто или что откликается на звук, является посредником между внешним миром и адресатом звучания. Механизм звучания камня, то есть его отклик на колебания с той же или близкой частотностью, поясняется Фетом гораздо позже в статье «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании», это 1967 год, где говорится не о собственном камне, а о звенящей рюмке, то есть артефакте, в состав которого входят минералы. И материал, из которого она сделана, у Фета не назван, но, видимо, я думаю, что это все-таки хрусталь. Значит, в пользу этого говорит то, что рюмка имеет упорядоченную структуру. Кроме того, в это время очень активно в критике, публицистике, художественной литературе обсуждается хрустальный или кристальный дворец Чернышевского. И Фет, который очень не любил Чернышевского, он тоже пишет статью против романа «Что делать?», там упоминает этот хрустальный дворец. И как раз он в 1967 году пытается, значит, это напечатать, но не удается, слишком поздно это все. Но это как бы один аргумент в пользу того, что это хрустальная рюмка. Сейчас вы видите, что это видимо, действительно вот так и есть. Значит, я прочитаю эту цитату. «Ну вот наша рюмка задрожала всей своей нераздельной сущностью, задрожала так, как только ей одной свойственно дрожать вследствие совокупности всех исследованных и неисследованных нами качеств. Она вся в этом гармоническом звуке, и стоит только запеть и свободным пением воспроизвести этот звук для того, чтобы рюмка мгновенно задрожала и ответила тем же звуком. Вы, несомненно, воспроизвели ее отдельный звук, все остальные подобные рюмки молчат. Одна она трепещет и поет. Такова сила свободного творчества». И дальше. «Стоит только попасть в гармонический тон предмета, а для этого нужен талант и благосклонность минуты». В этой же статье Фет указывает и на философский источник своего высказывания. Цитирую вот на слайде. «В настоящем случае для нас важно только то обстоятельство, что сущность предметов доступна для человеческого духа с двух сторон». Здесь я пропускаю, это он против науки здесь выступает, да? «В форме своего животрепещущего колебания, гармонического пения, присущей красоты». Вспомните «Пение сфер», конец цитаты. Фет подразумевает учение Пифагора о музыке сфер и его же представление о раздвоенности мира согласно пифагорейскому учению гармонирующей гармонической музыки сфер Вселенной, где у каждой планеты свой тон, гармонирующий с тоном других планет, противостоит иллюзорный мир материальной действительности, где далеко не все предметы и явления гармоничны. Пифагорейское учение об амбивалентном характере Вселенной очень хорошо соответствовало мысли Фета о разделении мира на две части. Первая из них под два закона необходимости, вторая – это царство свободы. Хрустальная, производящая звуковые колебания рюмка,
предположительно хрустальная, противопоставлена неподвижным предметам. Это позволяет сделать заключение, что камень или хрусталь у Фета маркирует движение и жизнь, а не косность и мертвенность. Однако, как и в предыдущем примере, звучание рюмки связано с избирательностью. Из дюжины рюмок на гармоническое пение отвечает только одна из них. Вы, несомненно, воспроизвели ее отдельный звук, все остальные подобные рюмки молчат, она одна трепещет и поет. Животрепещущее колебание, это фетовское словосочетание, невозможно предугадать или рационально вычислить. Оно возникает лишь в результате случайного совпадения частоты колебаний поющего голоса с рюмкой из хрусталя. Метафорика каменного маркирует у Фета и творческий процесс, протекающий в душе поэта. По-моему, это особенно интересно. Для создания поэтического произведения необходимо преодолеть разлад между разными пластами сознания лирического субъекта, поверхностным и более глубинным. Глубинный слой сравнивается у Фета с камнем в природе, каменным утесом, как, например, в третьей строфе раннего стихотворения «Полуночные образы реют». Вот оно здесь перед вами, читать я его не буду. И именно об этом стихотворении Боткин в рецензии на стихотворение Фета 1956 года писал, что это такое чувствуешь, что на дне этого хаоса бьется что-то живое, какое-то глубокое чувство, которое в долгую бессонную ночь томится в своих неопределенных порывах. Чувствуешь, что в этой путанице бродит какая-то тайная безымянная тревога, охватившая душу, вызывающая из глубины ее смутные образы, которых не в силах уловить сознание. В стихотворении снова появляется камень, который окружают волны, метафорически уже. Мы видим, что здесь происходит визуализация звука, стон и вой визуализируются, в частности, в образе волн. Но я в стихотворении не постигаю смысл того, что происходит в его душе, вернее, на дне его души. Это причиняет ему глубокое страдание, отсюда образы больного и испугавшегося пса. Описание двух пластов души может восходить, как я думаю, к текстам Навалиса или Вакенродера. Вакенродер – фантазии об искусстве, где указывается на изоморфизм между музыкальным произведением и душой поэта. Как в том, так и в другом явлении ранние немецкие романтики выделяли поверхность и глубинный слой. Поверхность – это волны, поток, глубина души могла описываться как неподвижная. Например, Навалис использовал термин «Grundstimmung», ну, это такое, если дословно переводить, грунтовое настроение, то есть грунт можно перевести как грунт. И у Вакенродера, ни одно человеческое искусство не в состоянии зримо для глаза живописать словами многоликое течение потока со всеми его тысячами отдельных волн, то гладких, то подобным горам, падающих и пенящихся, язык может лишь убого исчислить и назвать их многообразие, но не изобразить последовательно превращение воды. И точно так же обстоит дело с таинственным потоком в глубине человеческой души. Язык исчисляет, называет, описывает, а музыка течет как он. То есть параллель между музыкальным произведением и сознанием. По-видимому, Фет берет за основу саму модель описания души, восходящую к раннему немецкому романтизму, но изменяет ее. Для того, чтобы поэтическое высказывание состоялось, необходимо, чтобы поверхность души соприкоснулась с ее глубинным слоем, и чтобы животрепещущие колебания совпали. То есть, иными словами, для того, чтобы показать, ну, что происходит в глубине души, используется образ камня, да, и, собственно, вот подразумевается вибрация где-то вот в глубине души. В стихотворении «Полуночные образы реют» этого не происходит. Глубина сознания, бездна по Боткину, остается неподвижной, непроницаемой. Каменная таким образом маркирует здесь непроницаемость душевной глубины. В качестве параллели, проясняющей образность этого стихотворения, приведем фрагмент из уже цитированной статьи «Два письма о значении древних языков», где волны с поверхности души и воспоминания, поднимающиеся со дна души, двигаются друг к другу навстречу. Волнение все растет, подымая со дна души все заветные тайны, то мрачные, безотрадные, как ад, то светлые, как мечты Серафима. И, соответственно, я просто не включила, да, но здесь Фета описывает и то, что происходит на поверхности. Там, значит, зыбь потом, нет, сначала рябь, потом зыбь превращается в волны, и вот это вот движение вот происходит.
Таким образом, в полуночных образах каменный мятеж маркирует отсутствие резонанса, колебания верхнего слоя души не соотносятся с гармоническим тоном нижнего. У Фета каменный утес символизирует часть сознания, которая как бы отчуждает себя от целого души поэта, молчит. Процесс познания самого себя оказывается в данном случае невозможным. Итак, в приведенном поэтическом контексте каменное маркирует непознаваемое или неупорядоченное в человеческом сознании. Предположительно, это та часть сознания, которая позже в психиатрии и психологии будет названа бессознательным. По мысли Томаса Венцлова, цитирую, «Для Фета бессознательное есть приобщение к жизненной полноте, погружение в стихийную органическую мудрость природы». И далее, «Экстатические оксюморонные состояния для Фета снимают непримиримые оппозиции, разрешают неразрешимые задачи, как и для человека древних эпох». Конец цитаты. Однако мы видим, что у Фета есть и другие стихи, как вот это, вот, да, где бессознательная бездна души отождествляется с каменным, как непознаваемым, тем, что соотносится с беспорядком. Беспорядок – очень важная для Фета категория, которую он связывает как с творчеством, так и повседневной жизнью. И, соответственно, беспорядку противопоставляет порядок, в том числе и в своих критических статьях о хозяйстве. То есть я хочу сказать, что нет такой непроницаемой границы между Фетом-публицистом, да, и Фетом-поэтом, как это принято считать. В таком случае творческий процесс начинается с беспорядка, нарушения равновесия из той же статьи. «Вот молодая, светлая, могучая, страстная душа, моральное сотрясение вывело ее из обычного покоя, равновесие потеряно, зеркальная поверхность покрывается узорчатой рябью, рябь переходит в зыбь, волнение увеличивается». В этом отношении позиция Фета отличается, например, от системы взглядов Навалиса, у которого он, видимо, что-то все-таки заимствует в языке описания. Но Фету даже раннему в целом чужда мысль Навалиса о том, что косность каменного и всей природы подвластна развоплощению гармонизации. Таким образом, в этой группе текстов язык камня – это язык звуков, проявляющийся в гармонических колебаниях или их отсутствии, поэтической немоте. Бездна души подавляется немому неподвижному утесу. Как писала уже упомянутая Эмили Клейнин, для поэтики Фета принципиально значима гегелевская мысль о познании как проекции сознания на вещи, узнавание себя в вещах. Итак, с точки зрения самого Фета, расширение бытия на вещи. Это он так говорит в письме к Толстому 80-го года. Таким образом, звуковые колебания между душой поэта и вещью, в нашем случае камнем, происходят только в том случае, если частота колебаний души поэта гармонически сливается с частотой колебания вещи. То, что Фет называет колебанием, соответствует его стихах не только понятию резонанса, напоминаю, что само явление было открыто еще Галилеем в 1602 году, но и понятию музыкального или биологического ритма. Или это вообще исследование для отдельного исследования, об этом нужно еще писать, но мне кажется, что Фет что-то знал о теории вибраций, да, и читал что-то из трудов либо Дэвида Гартли, либо его последователей в области ассоциативной психологии. Но это сейчас только предположение. Значит, просто для сравнения, в поздней поэтической декларации Фета очень известная есть такая строчка: «Шепнуть о том, пред чем язык немеет, усилить бой бестрепетных сердец». Кажется, все помнят, потому что даже можно назвать хрестоматийным текстом. Да? «Вот чем певец лишь избранный владеет, вот в чем его и признак венец». Очевидно, что здесь описывается чисто биологическое воздействие стихотворения на слушателей, усилить бой, то есть звук, вызвать трепет. Эпитет «бестрепетный» соотносится здесь образом животрепещущих колебаний хрустальной рюмки. То есть, видимо, колебания, трепет – это синонимы вибрации, что ли. Хотя вибрация этого термина Фет не употребляет. Но здесь я не знаю, потому что, может быть, он с немецкого переводит. Звучание камня у Фета противопоставлено звучанию волн и воды как иной субстанции. Если каменное резонирует с родственными ему колебаниями звуков, то волны, как правило, зависят от других природных явлений, это у Фета, или субстанции, ветра, или самого камня, и не порождают резонанса, животрепещущего колебания. Кстати, если резонанс возникает, вот трепет резонирует с трепетом волн, то это значит, что герой приближается к смерти, только в этих случаях резонанс.
Камень усиливает или должен, согласно убеждению наблюдателя, усиливать звук волн. Вот, например, это о заливе. Спит он так тихо, что ухо исполнит внимание, даже среди камней его не уловит дыхание. То есть вот, даже несмотря, что там камни. Сами же морские волны стремятся стать иногда псевдокамнем, например, чугуном, вот, уподобиться камню. Волна может звучать автономно, то есть не зависит от камня, ветра или других стихий или субстанций, только в том случае, если это метафора, описывающая душевные процессы, душевные движения. Вот, например, стихотворение «Вчера расстались мы с тобой» 64-го года. «Вчера расстались мы с тобой, а ныне, как моя душа, пропуская, да, волна светла, и чуть дыша, легла у ног скалы отвесной, и лунный свет погружена, и в ней земля отражена, и задрожал весь хор небесный». В этом стихотворении гранитный берег, берег из камня, является элементом реального или воображаемого пейзажа и одновременно берегом души, берег мой. Значит, почему реального или? Потому что у Фета очень часто в стихах невозможно понять, речь идет о реальном пейзаже или выдуманном. Значит, да. И вот здесь эта грань, она очень такая подвижная. И само описание морского пейзажа может быть прочитано как развитие ссоры между лирическими персонажами, инициированной героиней, вот, бешеным упреком, вечным уроком. В последней строфе «Происходящее в сознании я» отчетливо проецируется на воображаемый или реальный пейзаж морской. Происходящее в душе героя первично, в природе вторично. Успокоение моря – это отражение гармонизации сознания «я». Визуальная и звуковая картина, которая отражается в море, или, вернее, морской волне, это зеркальное отражение свершившегося в сознании. Небесный хор дрожит и звучит в его душе, и только отражается в прозрачной морской волне. Так вот построено стихотворение. Теперь в выделенной группе текстов можно противопоставить другую, где семантика Каменного связана уже не с соединением частей природы или вещей в сознании поэта, а с деструктивностью, нарушением, разрушением этих связей. Генетически некоторые из этих стихотворений, по-видимому, восходят к переосмысленному Фетом тютчевскому проблем и через него к библейскому повествованию о камне, оторвавшемуся от горы без содействия рук, книга пророка Даниила. И впервые, видимо, да, такой образ камня появляется вот в стихотворении 44-го года «Постой здесь хорошо» и детализируется в другом тексте, о котором я сейчас тоже скажу. В этих стихотворениях камень становится источником шума и не вызывает гармонических колебаний. Вот, читать не буду. Здесь вот все написано. И камень вероломный, видимо, становится смысловой инверсией литургической формулы «камень веры», вероломный, не созидающий веры, а разрушающий, ломающий ее. Камень в «Постой здесь хорошо» не является символом религиозного строительства и даже не служит лирическому «я» физической опорой, наоборот, грозит потерей равновесия. В позднем стихотворении «Ты был для нас всегда вон той скалою» Фет возвращается к этому образу и пересмысляет его. Это очень интересное стихотворение, вообще не место здесь об этом говорить, но я думаю, что когда Фет его пишет, он имеет в виду Льва Толстого, потому что стихотворение написано 2 июня 83 года, а несколько дней назад Толстой заключает договор с издателями, да, и согласно этому договору все переиздания его сочинений до 81 года отходят, все гонорары за эти издания отходят к издателям, что вызвало большой скандал в семье Толстых. Фет возвращается к этому образу, переосмысляет его. Образ лирического персонажа, сравниваемый со скалой, здесь вполне отчетливо проецируется на ветхозаветного бога. Образность стихотворения отсылает не только к «Постой здесь хорошо», камень, оторвавшийся от скалы, но и к стихотворению «Стена». Наядес относится с нимфами и плющом, который льнул к сырой стене, служившей им опорой. Библейский претекст снова инвертируется, но уже в ином направлении. Герой, подобленный скале, отрывает фрагмент, часть от самого себя, избавляется от собственного горя, перестает поддерживать тех, кто его окружает. Веселый вертоград, то есть поступает эгоистически. Как нам видится, в этом стихотворении Фет травестирует мотив гармонического колебания или резонансности камня и таким образом отрицает его в контексте этого стихотворения. «Вдруг землю потрясло, и что-то в ночь весь сад пробороздило». Колебание духа, маркирующее, как мы видели у Фета, гармоническое единение художника с воспринимаемым предметом или явлением, превращается в колебание земли, землетрясение, то есть разрушение. В
целом, у позднего Фета символика камня постепенно перестает играть ту функцию, которую она выполняла в ранней поэзии. Появляются камни или каменные скульптуры с трещиной. Гармонические колебания между предметами сменяются плачем или стоном камня. Например, «Плачет старый камень, в пруд роняя слезы». Или «Как сильно ты и нежно не гори над каменным угаснувшим Мемноном, на яркие приветствия зари отвечать способен только стоном». Каменные образования артефакта либо рушатся со страшным грохотом, либо перестают звучать. Например, в стихотворении «Горячий ключ», где гранитный камень, устойчивый атрибут поэта фетовской лирики, символизирует остановку в творчестве, творческий кризис. «Вдруг в горах промчался гром, потряслась земля кругом. Я бежал, покинув дом мне грозящий. Оглянулся, чудный вид, старый ключ прошиб гранит, и над бездною висит весь кипящий». И также известный каменный столб стихотворения «Я рад, когда с земного лона», шопенгауэровское стихотворение Фета, известное 79 года. «Не шевелюсь, не беспокою, уж не завидую ль тебе, вот-вот она здесь под рукою пищит на каменном столбе. Я рад, она не отличает меня от камня на свету, трепещет крыльями, порхает и ловит мошек на лету». В этом хорошо известном стихотворении Фета, написанном под прямым влиянием Шопенгауэра, части природы, неорганическое, органическое, человек разъединены между собой, каменное лишено сознания, оно не звучит, а поэтому уже не представляет для поэта особого интереса. Таким образом, мы можем сказать, что камень и каменная у Фета играют важную роль в моделировании поэтического сознания, воспринимающего мир как резонирующий или же, наоборот, как немой молчащий. Каменная, как мы видели, символизирует у Фета избирательность гармонического соединения внешнего мира и поэтического сознания в звуке, но в то же время маркирует ту непроницаемую среду вещей и души поэта, которая оказывается для художника непознаваемой. Меня, конечно, очень заинтриговал птиц, который всплывает, и скала, которая летает. Все это, конечно, кажется, что требует еще объяснения, но больше всего меня заинтриговала рюмка. И понятно, что она из какого-то семьи посуды, которая должна представлять сознание, какие-нибудь сосуд скудельный и так далее. Я понимаю, что это не имеет отношения к камню, но не можете ли прокомментировать, откуда это причина? Значит, я абсолютно согласна, что это требует комментария. Пока что на уровне каких-то интуитивных предположений я почему-то думаю, что это пример из учебника физики. У меня вопрос по поводу, вы там говорили, что он критикует науку там в каком-то месте. Какую область науки? Потому что он интересуется очень сильно, увлекается, читает. Критику науки Фетом, я думаю, что не надо воспринимать так вот очень буквально, да, и интересоваться, какую он область там критикует. Дело в том, что он полемизирует в первую очередь с критиками, которые не оставили от него просто живого места. Да? Помните, там писал Писарев, что обои, значит, те газеты, где напечатаны стихи Фета, будут в будущем оклеивать стены вместо обоев, да. Поэтому это скорее такой полемический пыл, да, наука вообще, мы отрицаем науку вообще, и мы ей противопоставляем искусство. Но я думаю, что все эти полемические пассажи Фета не надо так прямолинейно читать, а нужно их вот таким образом расшифровывать.